Всем привет, с вами Каштанов, и я хочу вам рассказать о новостях моего канала, который будет где-то в январе или феврале. Первый пункт плана обновления, ход обновления. Некоторые старые мои видео, снятые в 2015 году, будут удалены из канала. Особенно обзор серии по сравнению с 9D, потому что мне уже не нравится. Второй пункт плана, кого-то говорил, что будет создан игровой канал. Теперь не будет создан. А потому что мне трудно следить за двумя каналами. Трудно. Все видео игровые будут на моем канале. Но будет подобрана к играм своя собственная аватарка. Третий. Будет таких видео будет, наверное, 2-3. Ну, решу, короче. Четвертое. Не знаю, буду я вставлять лимитров или нет. Потому что убрали функцию слайд-шоу и редактор. И слайд-шоу, кстати, я не знаю, как это будет тоже. И пятое. Кстати, послушайте меня очень внимательно. У меня было своровали 3 видео. То есть, в смысле 3 видео? У меня в 3 видео одно и то же мое видео было. Я уже заявку написал, видео удалено. И канал забанен. За воровство чужих видео. И я вам хочу всем сказать, теперь, кто снимает видео, указывайте авторство, как и я. Я буду указывать. Я нахожусь сейчас в Барселоне, в Испании. Ладно, всем спасибо за внимание. С вами был Каштанов. Теперь, буду в некоторых видео, если можно, буду указывать авторство. Но если я забуду, я все равно пойму, что это мое видео. Ну и ладно, всем спасибо за внимание. Всем пока.